В этом видео я подробно расскажу, как получать деньги каждый день в быстрых потоках. Быстрые потоки – это новинка, которую запустили на финансовой платформе «Поток Кэш». Всех приветствую, меня зовут Юлия Куня, внимание на экран. В предыдущем видео я подробно рассказала про быстрые потоки и активировала себе взнос на 90 тысяч рублей. Но так как данный ролик ориентирован для мобильных устройств, то о многих важных моментах вижу смысл повторить. Также рекомендую посмотреть предыдущее видео и отреагировать в комментариях. Быстрый поток – это особенная финансовая программа для тех, кто ориентирован на быстрый результат, позволяющая получить прибыль менее чем через месяц с начала участия. Поток можно создать на фиксированную сумму. Внесенная сумма увеличивается за счет подтяжки криптовалюты eCurrency и выплачивается в течение 30 дней ежедневно равными частями. Здесь стоит подчеркнуть, что эти выплаты доступны к выводу ежедневно. Для сравнения, в остальных потоках вывод средств осуществляется 7 и 21 числа каждого месяца. Прежде чем зайти в кабинет, необходимо включить либо OpenVPN Connect, это наш VPN проекта для обхода блокировок, либо любой другой VPN. На нашем канале есть подробные видео, как это можно сделать. Все ссылки я оставлю в описании. В личном кабинете быстрый поток выделен оранжевым цветом. Нажав на этот раздел «Как создать денежный поток и эффективно управлять им», можно увидеть важную информацию о быстром потоке. И по таблице узнать, какие фиксированные суммы здесь имеются, а также сориентироваться по прибыли и срокам начисления. Возвращаемся обратно в кабинет и переходим на следующий не менее важный информационный раздел. Вознаграждение за развитие проекта, где подробно расписано про бонусы за приглашенных и бонус за структуру. Пользуясь этой информацией, вы эффективнее и быстрее выйдете на достойный уровень и построите большую и сильную команду. Приглашать новых участников в эту программу очень выгодно. Когда ваш приглашенный создает быстрые потоки, такие же, как у вас или больше по сумме, то на каждый ваш поток добавляется плюс один день начислений. А если вы являетесь лидером, то за всю структуру в глубину до бесконечности начисляется от 2 до 0,1% за каждый сделанный взнос. Всего есть 9 номиналов быстрых потоков – от 3000 рублей до 900 тысяч рублей. Можно создать только один поток на каждую сумму, но по окончанию работы потока можно запустить такой же. Администрация проекта предоставила нам рекомендуемую стратегию – вначале создать поток на максимальную допустимую для вас сумму, затем использовать полученную прибыль на создание меньших, но более прибыльных потоков. Видим, что у меня запущено 3 вида до быстрых потока на разные суммы 90 тысяч, 3 тысячи и 15 тысяч рублей. Я сейчас хочу запустить очередной быстрый поток. Итак, поехали! После того, как в личном кабинете открыли вкладку «Быстрый поток», в правом верхнем углу нажимаем большую красную кнопку «Создать поток». Необходимо поставить маркер на нужной желаемой вам сумме. Допустим, я хочу себе открыть очередной быстрый поток на сумму 30 тысяч рублей. Быстрый поток работает 30 дней, после чего можно создать новый такой же. Можно создать несколько, но на разные суммы. Количество премий, которые я получу в течение месяца, составляет 33 тысячи 300 рублей. Внимание! Количество дней начисления может быть увеличено, если приглашенные также откроют быстрый поток. При вашей активности реальная сумма будет намного больше. То есть, если ваши лично приглашенные активируют быстрые потоки на такую же сумму или больше, то у вас добавляется плюс один день. Поэтому не тормозим, максимально быстро создаем себе быстрые потоки, чтобы не терять бонусные дополнительные дни за приглашенных. Теперь давайте перейдем к оплате. Оплатить можно двумя способами – через платежную систему Сберкассу или с помощью Perfect Money. У меня деньги приготовлены на кошельке Сберкасса. Нажимаем на кнопку. Здесь выбираем нужный кошелек и жмем кнопку «Заплатить». Оплата принята, нажимаем на кнопку, чтобы вернуться в кабинет. Платеж прошел успешно. Смотрим, что у нас получилось. Тип взноса – быстрый поток на 30 тысяч рублей. Создан 8 марта. Я сделала себе подарок на праздник. Срок работы – 30 дней.
Здесь будет сумма, сколько начислено, и очередное начисление 1110 рублей в день. В графе «Доступно» будет отображаться доступная сумма для вывода. Каждый день необходимо начислять премию. Для этого нажимаем кнопку «Начислить». После нажатия активируется таймер с обратным отчетом на 24 часа. Так как кнопка у меня активирована, то следующее начисление я смогу сделать через 4 часа. И после нажатия кнопки «Начислить» я с быстрых потоков могу вывести средства на кошелек Сберкассу и перераспределить их по другим потокам. Ну и, конечно же, сделаю вывод для своих личных расходов, чего и вам очень рекомендую. Если вы в первый раз активируете быстрый поток, то можете сразу начислить себе премию. В предыдущем видео я именно так и сделала. А сейчас я поделюсь своими мыслями, она же стратегия, заодно отвечу на комментарии. Допустим, вы новичок, а ни для кого не секрет, что новичкам рекомендовано начинать свой путь в нашем фонде со стартовых потоков. Я неоднократно про это говорила. Да что там я? Сам Дмитрий Васанин, создатель нашего сообщества, говорил про это. Так вот, в стартовых потоках раз в две недели нужно осуществлять пополнение. А для этого нужно, чтобы определенная сумма лежала у вас на Сберкассе. Или вы были уверены, что она у вас вскоре появится. До этого момента деньги будут просто лежать. Так что вам мешает активировать все быстрые потоки, каждый день начислять премию и выводить деньги также ежедневно, имея при этом в месяц от 5 до 20% дохода. Далее из быстрых потоков постепенно открывать стартовый поток, растущий поток, накопительный поток, участвовать в лотерее, покупать для подтяжки криптовалюту e-currency, то есть грамотно управлять своими деньгами. Шагая по этому пути, автоматически отпадает вопрос о бесполезно потраченном времени, решая главный вопрос, с какого потока начать свое развитие в проекте. И самое главное, эта комиссия при выводе денежных средств на банковскую карту на фоне вышесказанного, она ничтожно мала и не стоит своего внимания. Прибавив к этому реферальные бонусы, перспективу безбедного будущего, новые знакомства, бесценные знания, полученные на зарядках и школах, которые проводят наши лидеры с огромным багажом опыта. Но вишенкой на торте является то, что многие наши потоки не имеют сроков окончания, а это говорит о их бесконечности. Спустя некоторое время, пока к этому видео писался сценарий и велась активная работа с командой, я поняла, что 7280 рублей в день получать с быстрых потоков как-то маловато. А хочется, конечно, больше. Тем более акцию по подтяжке e-currency продлили до 31 марта включительно. В общем, как говорится, закрепим вышесказанное и активируем еще один взнос в быстрых потоках на сумму 150 тысяч рублей. У меня на сегодня открыто 5 видов быстрых потоков. На 90 тысяч, на 3 тысячи, на 15 тысяч, на 30 тысяч и на 60 тысяч рублей. Общая сумма которых составляет 198 тысяч рублей. А за каких-то 15 дней я уже вывела 105 тысяч рублей. Это не считаю дополнительно реферальные бонусы, так как являюсь лидером и могу себе это позволить, чего и вам всем, естественно, желаю. Итак, приступим. И вот, шестой поток запущен, где очередное начисление составляет 5400 рублей в день. Прибавим 7260 рублей, это та сумма, которую я получала с ранее открытых быстрых потоков в день. Итого в день теперь я буду получать по 12 660 рублей. Пора начислить премию, так как после того, как делается новый взнос в быстрых потоках, таймер обнуляется и премию необходимо начислить незамедлительно, что мы сейчас и сделаем. Начисляем премию и видим, что в раздел «Всего накапало» упала сумма
5400 рублей. Сегодня я уже выводила, поэтому эту сумму я выведу завтра. Осталось открыть еще 3 номинала. Я всем желаю открыть все номиналы быстрых потоков. Заходите на мой телеграм-канал, где я регулярно делюсь своими результатами. На этом все. Вот таким способом мы активируем быстрые потоки на финансовой платформе Поток Кэш и получаем деньги каждый день. Пробуйте, экспериментируйте, используйте рекомендуемую стратегию и ничего не бойтесь. Задавайте вопросы в комментариях, с удовольствием на них отвечу. Вся дополнительная информация и ссылки будут в описании под этим видео. С вами была Юлия Куня. До новых встреч!